Собственное производство. Несмотря на санкционные ограничения, самый крупный пищекомбинат на Чукотке «Полярный» продолжает работу в обычных условиях. Сразу 4 сельхозпредприятия округа поставляют сырье для производства мясных деликатесов, а муку и сухое молоко сюда завозят из других, но тоже российских регионов. Есть вопросы по импортному оборудованию, но их уже решают. А значит, производство сохранится, и пищекомбинат продолжит выпускать продукцию для жителей Анадыря и других районов. Острая ленточная пила быстро режет замороженную тушу оленя пару минут, и мясо рассортировано, готово к дальнейшей переработке. Что-то пойдет на фарш для колбасы и бифштексов, что-то отправится на прилавок в виде замороженного полуфабриката. В это время за соседним рабочим местом идет обвалка мяса. Начальник технолог колбасного цеха Евгений Певцов анадырского пищекомбината «Полярный» имеет почти 30-летний стаж работы. Его руки ловко отделяют мясо от костей, минуты и большая лопатка обработана. Мякоть можно отправлять в мясорубку. Оленина – главный продукт на Чукотке, диетически и экологически чистый, а главное – свой. При любых санкционных ограничениях он останется на прилавке. Интересно, это мясо, которое в России не во всех регионах. Оно отличается своими полезными свойствами, так как олень ест мох, ягель. Это в первую очередь природный оксидант, антибиотик. То есть диетические полезные свойства оленины широко известны. Они не уступают той же индейке и курице, так как оленина содержит малое количество жира, она диетична. А в соседнем цехе уже коптится новая партия продукции. При определенной температуре и влажности эти гирлянды проведут в термошкафах целую неделю, прежде чем отправиться покупателям. Мясные деликатесы и колбасы из мяса оленя – главная гордость анадырского пищекомбината. Десятки тонн мяса они закупают у местных сельхозпроизводителей, поддерживая традиционное хозяйствование на Чукотке. По ленине все понятно. Это местные производители. Порядка 40-50 тонн мы покупаем у местных производителей. Это у нас Амгуэмский, Кончеланский, Конергинские колхозы, они нам продают оленину. Очень качественно. Во-первых, она сделана на забойных пунктах, высокотехнологичные забойные пункты. Везем в период навигации, но также с зимником. Сейчас в этом году очень сильно подключилась СПК Чукотка. То есть они производят оленину, они помогает полностью с доставкой. В условиях антироссийских санкций собственное производство способствует продовольственной безопасности региона. Ассортимент на прилавках остался прежним. Жители Чукотки предпочитают оленину любому другому мясу. Самая востребованная продукция. Практически 80% ассортимента везде участвует оленина. В колбасах, деликатесах в первую очередь. Все деликатесы практически из оленины. Варено-копченые, сырокопченые, колбасы. Сосиски, сардельки также все, везде принимают участие сырье олень. Но пищекомбинат «Полярный» – это не только мясное производство. Здесь выпекают хлеб, изготавливают молочную продукцию. Предприятие в навигацию закупает свыше 400 тонн алтайской муки. А для молочного производства необходимо около 60 тонн сырья. Его везут из Шахуньи, хозяйства в Нижегородской области. Сейчас пищекомбинат работает только на отечественном сырье и решает вопрос, как перейти еще и на отечественное оборудование. На тот момент он проектировался, да, оборудование стояло одно из лучших на тот момент, это европейского производителя. Потихонечку с того года мы начинаем использовать российское производство, то есть частями. Все, что мы можем заменить, все, что нам позволительно заменить, все, что сломалось, мы стараемся использовать российское. Почему? Потому что вопрос запчастей, вопрос доставки. Все намного проще, все намного дешевле. То есть постепенно переходим туда. Мы продолжаем работать, говорят сотрудники одного из старейших пищевых предприятий «Анадыря». За его 20-летнюю историю оно преодолевало различные трудности, но не останавливало производство. Вот и сейчас «Полярный» в работе. Есть сырье, есть продукция на прилавках, есть спрос и перспективы развития. Владимир Сироткин, Александр Кузьминов, «Вести Чукотка».